Нравится ли вам хрустеть чем-нибудь за просмотром фильмов и сериалов? Я это дело обожаю. Но разные чипсы и сникерсы из магазина не полезны, и я выбираю домашние закуски. Например, вот одна из подобных. Блюдо получилось очень простым и быстрым, и даже если вы очень ленитесь, то сделать его сможете. Хотите вкус поострее? Тогда добавляйте красный молотый перец, но я сначала расскажу вам, как приготовить хрустящий нут. Вы, конечно, заранее можете отмочить и отварить сухой нут, а я взяла сразу консервированный. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. 1. Для начала промойте и обсушите нут, слив всю воду из банки. 2. Затем выложите бобовые на противень с фольгой, влейте сверху масло, добавьте соль и перец. 3. Запекайте нут при 220 градусах в духовке в течение 10 минут, затем закуску остудите и подавайте. Приятного аппетита! Жду ваших лайков и комментариев. А теперь ингредиенты. Консервированный нут 500 грамм, оливковое масло 1 столовая ложка, соль 0,5 чайных ложки, черный молотый перец 0,25 чайных ложки, количество порций 4. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх и спасибо за просмотр. Удачного приготовления, приятного аппетита, жду вас снова.